осень идет. Заходи на Озон за яркими преображениями. Выбирай свои тренды. Эксклюзивно на Озон. Стильная обувь от брендов с оплатой после примерки. Дорогие, всем большой привет. Рада вас приветствовать в своем новом видео. Сегодня у нас с вами будет красивый обзор. И я поделюсь обзором на свою посуду, на кухонные принадлежности, кастрюли, формы для выпекания, разные баночки. Расскажу, что у меня откуда, потому что получаю очень много вопросов. У меня есть подобный ролик, ему уже несколько лет, и я прекрасно понимаю, что далеко не каждый до него долистывает. Отсюда регулярные вопросы, ну и плюс у меня появилось много чего нового. Поэтому, если вам интересно, обязательно продолжайте смотреть, и я сейчас вам все расскажу и покажу. Предлагаю начать нам именно со столовой посуды. Покажу, какие у меня есть комплекты, расскажу плюсы и минусы. Это комплект Villeroy & Boch, покажу вам название. Вот так называется производитель, серия Cellini. Смотрите, у меня есть обычные тарелки, покажу вам в сравнении. Есть вот такие тарелочки. И видите, на разных размерах свой неповторимый дизайн. Такая вот роспись, очень красивая. Она, конечно, вот я сейчас так... Видите, двигаю тарелку, играет. Так не бросается в глаза, очень спокойный базовый комплект. И это та посуда, которую можно, мне кажется, передавать из поколения в поколение. Потому что непревзойденное качество, тонкий фарфор. Это, конечно, дороже, чем то, что я вам буду показывать дальше, но вместе с тем соотношение цена-качество, потому что, конечно же, есть посуда, которая значительно дороже, вот, но это такая база, она мне очень нравится. Так, и сейчас вам покажу, также у меня вот есть такие салатники, все у меня по 6 штук, дальше чашечки, есть вот такие, есть обычные с блюдцами. Вот, и что еще? Ну, вот разные такие сервировочные блюда для подачи. Малый овал, овал, большой овал. Вот, очень красивая посуда. Нравится она мне, я ее пока берегу для своей новой кухни, девочки. Следующий комплект, который всегда собирает очень много комплиментов, и вы спрашиваете, где я купила, это, девочки, Küchenland. Вот этот вот сервиз, набор. И это Küchenland хорошего качества. Конечно же, он стоит подороже, чем там привычные тарелки, которые продаются в этом магазине. Но он стоит этих денег. Вот ему несколько лет, и он в безупречном состоянии. Посмотрите, набор идет вот такой. Желтые тарелочки с золотой окантовкой. И вот такие бирюзовые. Очень красивые. Единственный недостаток, я покупала тогда, когда у нас в семье было 4 человека. Поэтому у меня 4 большие тарелки и 4 обычные. Вот. А комплект чашек с блюдцами продавался по 6 штук. Поэтому их 6. И сейчас он тоже не производится. Я не видела больше в продаже такой комплект. Но и докупить не могу. А так, действительно, очень красивый комплект. Мне особенно нравится использовать его в летнее время года. Ну и на Пасху тоже очень мило смотрится. Дальше у меня еще есть вот такие тарелочки. Это тоже Villeroy. Это серия, по-моему, с производства. Очень красивая. Я могу использовать... Вот так, для сервировки, для подачи. Ну, либо, знаете, там фрукты, ягоды какие-то положить. Использовать именно как сервировочные тарелки. Тоже очень красивые. Если говорить о более бюджетной посуде, то вот, знаете, мое сердце принадлежит, сейчас вам покажу, вот такому бренду Tudor. Если хочется качественную посуду, но при этом не переплачивать за бренд, за историю, еще за что-то, мне кажется, это просто идеальное. Еще есть бренд Wilmox. Они похожи, у них очень приятный цвет фарфора. Они дополняют друг друга, и что самое главное, он тонкий. Но вот действительно, знаете, приятно держать его в руках, вот, допустим, чашка, блюдце. У меня от этих брендов есть разные сервировочные тарелочки. Если что, это не грязь, это вот, видимо, стол, дерево, может быть, так сучки проступают, не знаю, что это. Вообще, кстати, стол, ой, повидал уже многое, он весь в потертостях, каких-то трещинах, механическом воздействии, видите, разные тут ямки, углубления, нужно его либо менять, либо как-то, я не знаю, столешницу обрабатывать.
Так, ладно, это я отвлеклась. Значит, вот такие разные. Вот. Для подачи порционы, тут, допустим, сырнички, блины, да, выложить, как-то красиво подать. Я детям так люблю подавать. Ну, либо в стол для сервировки тоже очень красиво. Например, такая у меня по несколько штук. И, кстати, вот этот комплект, да, вот эти вот сервировочные чаши, блюда, хорошо сочетается и вот с этим комплектом. Я думаю, вы не раз видели в моих сервировках это. В нашей семье началась школьная пора, поэтому решили купим Софии сим-карту. У нас в школе детей выпускают из класса строго по звонку, поэтому, чтобы быть на оперативной связи, нужен либо мобильный телефон, либо детские смарт-часы. Так как телефон у нас есть, выбирала сим-карту с выгодным тарифом. Мы остановили свой выбор на Сбермобайл, выбрали детский тариф Сберкидс. Есть все, что нужно и очень выгодно. Смотрите, 30 гигабайт, 300 минут и 30 смс, и это за 299 рублей в месяц. Я смотрела, конечно же, разные варианты, это действительно низкая цена. При этом звонки на любимый номер и мессенджеры безлимитны и работают даже при нулевом балансе. Есть защита от спам-звонков и мошенников. Также можно ограничить нежелательный контент, потому что вы сами управляете доступом ребенка к мессенджерам и видео через приложение Сбермобайла. Ну а также можно оплачивать связь бонусами «Спасибо» до 99% за услуги связи. А если подключить тариф до 15 октября, то получите в подарок 100 гигабайт на полгода. Ну а чтобы подключить ребенка к такому выгодному тарифу, переходите по ссылке в описании прямо сейчас. Кстати, вот еще от бренда Tudor. Вот такая суповая тарелочка у меня есть тоже. Тоже очень красивая. Вот этот бренд мне очень нравится. Сейчас вам покажу два бренда, которые я покупала вслепую. Заказывала просто на маркетплейсах. Красивый дизайн, но оказалось не так практично. И я, в общем-то, конечно, не в таком восторге, как, допустим, от бренда Tudor. Значит, называется бренд Ellen Gallery. Вот видите, да? Ну, вот просто, знаете, такие дубовые, кондовые тарелки. Они очень-очень толстые, тяжелые. Да, красивый орнамент. В принципе, за ним легко ухаживать, все хорошо отмывается. Но, ну вот если сравнивать, да, это чувствуется. Это абсолютно разный фарфор. Я, кстати, не знаю, фарфор это или нет, Ellen Gallery. Но разница ощутима. Еще у меня есть тарелочки от бренда Ткана. Вот этой тарелочки сколько у нас уже? Я ее заказывала перед Новым годом. В принципе, она в хорошем состоянии. Есть сколы. Единственное только что. Не знаю, видно вам? Здесь вот. А нет, девочки, тут блик был. На этой тарелочке нет, значит, на обычных меньшего диаметра, но там вот были сколы. Не на этой части, а вот здесь. Не знаю, с чем это связано, но вот были сколы. Бренд Ткана. Тарелки тоже недорогие, но ценовой диапазон, мне кажется, вот как Вилмакс, как Тюдор. Поэтому я голосую, если вот вы хотите собрать какую-то белую базу, какой-то базовый сервиз, то обязательно обратите внимание именно на эти бренды. Вот своим опытным путем говорю вам. И, кстати, если вы знаете тоже какие-то хорошие бренды, недорогие, можете посоветовать друг другу в комментариях, думаю, будет всем полезно. Это то, что касается посуды столовой, показала вам. И здесь вот уже фужеры хочу вам показать. Вообще все практически фужеры, бокалы, стаканы у меня от Ларидут. И вот такие вот они, видите, с золотой окантовочкой. Ну, как-то вот сейчас, если честно, мне уже больше нравятся вот такого плана бокалы. Это вообще магнит по акции, магнит косметик или магнит, я честно не помню. Очень красивые, лаконичные, недорогие. И мне кажется, более универсальные, да, потому что золотой кантик это все-таки обязывает. А здесь, хоть к серебряным столовым приборам серебряного цвета, хоть к черным, хоть к золотым, каким угодно. Поэтому на данный момент я бы обратила, конечно, внимание вот на такие бокалы. И стоят они гораздо дешевле. Буду сейчас вам дальше показывать посуду именно для сервировки. У меня вот эта вся посуда из магазина Küchenland. Если вы, кстати, знаете бренды красивой вот такой вот
посуды посеребрённой. Буду вам очень благодарна, потому что я вот ничего больше не знаю, и ничего мне особо на глаза больше не попадалось. Приобретала я вот эту коллекцию постепенно, там, вещичка за вещичкой, и вот так вот она у меня собралась, такая коллекция. Очень мне все это нравится, уже не один год, мне кажется, года 2 или 3, и также мной горячо любима. Конечно, знаете, мне кажется, в 20 лет мне бы это вообще абсолютно не понравилось, но вот сейчас это очень мне откликается. В общем, такая этажерка у меня. Вы знаете, я, честно, не особо разбираюсь, где-то тут посеребрённое, где-то там что-то содержится, какое-то серебро. Честно, я не вникала, мне просто понравилось. Просто понравилось, как они выглядят. Далее вот такой кувшинчик. А далее у меня есть разные вот такие подставочки. Круглые, квадратные. Тоже красиво использовать сервировки. Повторюсь, это все Кюхенленд. Потом вот такая вот очаровательная вазочка с бабочкой. Для варенья, чего угодно. Тоже красиво на стол поставить. Потом вот такой мармин, кажется, да, называется. Вот, на ножках. Очень красивый, и он большой. У меня здесь чаще всего убирается и гарнир, и горячее блюдо. Вот. Так, дальше что у нас? Дальше у нас здесь такая кормница. У меня их несколько штук. Вот такие вот щипчики для десертов. Они очень хорошо сочетаются вот с этой этажерочкой. Дальше. Вот такая еще баночка у меня в комплект. Вот к этой. Это сахарница. Тоже очень симпатичная. Поставить на стол. Ну, видите, все с друг другом сочетается. И белая посуда тоже сюда замечательно вписывается. Дальше вот такие вот баночки на ножке. Вот. Варенье, соленье, что хотите. Далее салатные ложка, вилка. Вот такой поднос. Здесь стекло. И вот такая вот минажница. И вот такой еще большой салатник. Вот. Повторюсь, девочки, это все Кюхенленд. Потихоньку покупалась, приобреталась. Вот. И собиралась в коллекцию. С вечера вместе с детьми собираю школьные рюкзаки, я все проверяю и собираю перекус с собой. Обычно это фрукты, ягоды, овощи, могу сделать сэндвич, положить печенье, ну и конечно же воду или морс. Сегодня дети попросили положить морс. Покупаю морс и мираторг с разными вкусами. Сегодня дома оказались из черной смородины, лесных ягод и вишневой. Спрошу, кому какой положить, и все будет готово. Дети попросили положить из черной смородины, а сейчас хотят выпить из лесных ягод и вишневой. Мне нравится, что морсы делают из натуральных продуктов, без консервантов, и в морсе есть витамин А. Выбираю для своих детей, и вам рекомендую, тем более, что бутылочку удобно брать с собой. Девочки, сейчас покажу вам чаши для смешивания. Вот здесь я все их выставила. Ну и вообще все то, что у меня есть от бренда Mason Cash. У меня эти чаши появились еще очень давно. И вот от оригинального бренда, мне кажется, сейчас это уже вышло в тираж и есть практически у всех. От Кана, Liberty Jones, ну и вообще очень многие такие китайские чаши под своим брендом, да, выпускают. Вот, повторюсь, я вот еще это все приобретала давно, до создания вообще возникновения этих брендов, но, по крайней мере, такую посуду у них точно нет, потому что не знаю, когда они возникли. Значит, у меня есть вот такие чаши. Здесь лесная тематика. Вот все размеры, которые были, вот, они у меня все есть. Очень удобно, я их очень люблю, они, конечно, тяжелые, но пользоваться ими исключительное удовольствие и наслаждение. Также из этой тематики, вот лесной это приобретала все, вот такие, что это, миски, да, с ручками, чаши для смешивания, это на литр, это, наверное, на 1,5. Сейчас что-то, вы знаете, остаточно продается, вот, но так, чтобы, например, заказать всю коллекцию я уже, если честно, давно не видела. Далее от этого бренда у меня вот такая скалочка. Тяжелая, красивая. Вот.
И смотрите, внутрь можно засыпать муку, очень удобно. Присыпали вот так и дальше раскатываете тесто. Дальше вот такие вот, опять же, это все лесная тематика, мерные ложечки разные. И от этого же бренда, но другая коллекция. Вот такие вот, такая чаша у меня. Потом подставка под яйца, вот такая. И еще вот такая чаша с крышкой. Крышку я только сейчас не нашла. Покажу вам вот этот бренд. И сейчас, вот, допустим, я уже докупала вот такие мерные чаши. Это Liberty Jones. Если честно, я вот первый раз их поставила так рядышком, и мне теперь очень заметно, я не знаю, я не видела вживую чаши, но вот, допустим, Liberty Jones ткана, вот здесь очень яркий такой вот прям рельеф заметный, да, то есть он такой прям ощутимый. Вот здесь, смотрите, виден рисунок, но, мне кажется, барельеф, он вот не такой четкий, как на этих. Возможно, на чашах по-другому, я... Честно говоря, не знаю, просто вот сейчас обратила внимание. Когда по отдельности использовала, мне казалось, и тут рисунок хороший, и там, а вот сейчас заметила. Переходим с вами к керамической посуде. Девочки, сегодня просто все закрома свои перед вами открываю. Здесь я собрала керамическую посуду формы от бренда Эмиль Анри. Обожаю просто керамику этого бренда. Естественно, можно найти более бюджетные аналоги. Но мне как-то симпатизирует и история бренда, качество и продукцию, которую они предлагают, разные интересные формы. Поэтому у меня вот ее так много. Давайте начнем отсюда. Это форма для приготовления хлеба. Вот такая, она очень удобная, мне в ней нравится готовить, особенно японский молочный хлеб. Такая вот она внутри, видите, ребристая. Классная. И вот видите, все эти формы, я ими пользуюсь, но они в идеальном состоянии, то есть очень простые в уходе. Единственное только, что я все это мою руками. Это форма для пирога-перевертыша. Потом вот такая форма. Очень красивый такой красный насыщенный цвет, прям вкусный. Далее вот с таким ребристым краем форма. Это камень для пиццы. Маленькие порционные формочки у меня есть. Вот такие. Есть такие. Кстати, бежевый цвет, вот такой вот сливочный, тоже безумно красивый. Потом квадратная форма. Прямоугольная вот такая. И здесь у меня уже кастрюли. У меня кастрюли 2 литра, 4 и 6. 4 литра вон там, по-моему, сам... А, вот это 6 и там 4 литра. Может быть, там через запятую еще что-то идет, но сейчас не помню. Классные керамические кастрюли. И на плите можно готовить, и в духовку брать. Можно начать готовить на плите и переставить в духовку. Тоже потрясающие, им уже очень много лет, и они тоже в идеальном состоянии. Вот как раз кастрюлька на 4 литра. Ну и вот это та посуда, которую, мне кажется, можно просто передавать детям из поколения в поколение. И еще вот такая моя любимица, это форма для приготовления багетов. Сейчас вам ее покажу. Вот такая, на 3 багета здесь. Она немного отличается по цвету, вы можете видеть, с такими вкраплениями в бежевый цвет, нежели вот от этой бежевой глазури. Ну и последнее, что вам покажу от этого бренда, это вот такая подставка под ложку, вы у меня часто видите, это тоже бренд Эмиль Анри, ну, в общем-то, в таком оттенке, также какой-то порционной формочкой, большая. Тоже очень красивый, повторюсь, оттенок. Так, ну и сейчас вам покажу еще один бренд керамики чугуна, который мне очень нравится. Даже два. Как там говорится, у меня нет никакой зависимости, да? Здесь я выставила чугунную керамическую посуду от бренда Staub и Le Creuset. Сейчас вам буду все показывать. Вот эта очаровательная тыковка. Это Staub. Кокот Staub. Staub сейчас, конечно, marketplace переполнен всевозможными китайскими репликами. Честно, я не берусь судить, я не знаю, какого качества посуда, потому что зачастую на картинку, да,
вот карточку товара, ставят оригинальные фотографии оригинальных товаров. Не знаю, какой там чугун, какая технология приготовления. Вот поэтому я приобретаю либо в проверенных магазинах, либо через проверенных байеров. Так. Ну и еще раз повторюсь, что вся эта коллекция собиралась не одним днем и даже не одним годом. Такой вот чугунный кокот. И вот пару слов по поводу использования чугунной посуды. Смотрите, чугунную посуду важно правильно подготовить перед использованием. Поэтому после приобретения я мою посуду, затем смазываю ее, в том числе и крышку внутри, растительным маслом и убираю в духовку. Ставлю температуру 150 градусов и прокаливаю посуду. Вот. Потом я вот сейчас, допустим, закрыла крышечку, ну, чтобы так красиво стояло. Храню я чугунную посуду не закрытую плотно. Я либо сдвигаю, либо при покупке там есть такие специальные пластиковые штучки. В общем, они не дают плотно закрываться, есть циркуляция воздуха. И также после того, как я помыла посуду, после использования я капаю на бумажную салфетку немного растительного масла и прохожусь, чтобы поверхность была такая глянцевая, блестящая, но не жирная. То есть прям слегка. И тогда никакой там ни ржавчины, никаких пятен, ничего не будет. И посуда будет служить вам хорошо. Так, в общем, такой у меня кокот стал. Дальше такая форма есть для запекания Теле Круизет. Очень, да? Да, это она. Вот 13 на 26 сантиметров. Очень удобный размер такой. Я часто в ней готовлю баженину, карбонат запекаю. Хорошая формочка. Эта форма моя любимица от Стауб. Вот не знаю, есть тут размер? Нет. Очень классная. Я все хочу купить побольше. Она здесь ребристая, проста в уходе. Ну, замечательная просто. Дальше у меня есть вот такие вот маленькие порционные кокоты. Это тоже Стауб. Красивый цвет керамики. Вот у меня три штучки. Что-то запечь порционно, подать порционно. Очень красивый жульен, какой-нибудь суп а-ля луковый. Ну, что-то такое. В общем, классный какой-то. Дальше у меня есть набор вот таких вот баночек для специй. Это Le Creuset. Ну, вот в их цветах. Красный, черный и серый. Дальше давайте сюда пойдем. Это сковорода... Да, сковорода, наверное, Le Creuset. Чем мне нравится вообще? Тем, что у них внутри светлая эмаль. Несмотря на то, что это чугун с эмалью внутри, у них светлое покрытие. Вот если у Стау, по-моему, везде черное покрытие, да, вот, то у Le Creuset светлое. Мне очень нравится, этим подкупает. Дальше у меня есть вот такая чугунная кастрюля, опять же, со светлой эмалью внутри. На 4 с чем-то литра она идет. Кажется, у нее неровный литраж. Вот 4 с чем-то. Потом вот такая очаровательная керамическая формочка. Это Стауб для подачи чего-нибудь. Вот. Далее Тёрин. Тёрин Le Creuset. Вот такой очень-очень тяжелый, качественный. Кстати, очень приятный. Вот это вот у них такая серо-бежевая внутри глазурь. Везде очень красивая. Так. Вот, прям тяжеленький. Дальше, опять же, вот кокот Стауб, помидорка. Помидорка есть, есть тыква у меня и есть артишок, вот такой зеленый. У всех у них разный литраж, но плюс-минус около 3 литров. Потом у меня есть вот такой вот маленький артишок, керамический. Тоже очень красивый. Далее вот такая вот сковорода Le Creuset, светленькая. Это большой размер. Вот. Люблю я в них готовить. Конечно, эта посуда тяжелая. И посуду, точнее еду, приготовленную в чугунной посуде, нужно перекладывать в контейнеры, потому что, в общем, говорят, там или что-то выделяется, или что-то. В общем, это не полезно. Потом у меня есть вот такая паштетница Le Creuset, очень классная, я думаю, многие из вас ее у меня видели. Вот здесь такой как бы пресс для паштета и вот такая баночка. Удобно пользоваться, хороший размер, красиво, удобно, классно. Далее у меня есть такие две замечательные формы с крышками. Это тоже бренд Le Creuset, снаружи они черные, но внутри вот такая вот серо-бежевая глазурь.
овальные, квадратные формы, очень нравятся мне в них. И овощи запекать, лазанью готовить, мясо с овощами, большой размер. Вот, очень классные. Я покупала их в свое время в Стокмане по акции. Там, ну, какая-то вообще очень хорошая цена на них была. Скидки то ли 60%, то ли 70%. В общем, я успела ухватить. Делилась, когда приобретала, в своем телеграм-канале. Вот такая вот баночка для хранения чеснока. Дальше вот такой какой-то стаук в сером цвете на 5 с чем-то литров. Он, по-моему, на 5,6 или на 5. Девочки, по литражу, извините, не подскажу. Если захотите, там найдете информацию в интернете. И такая вот у меня есть чаша для смешивания, тоже стаук. Вот, кстати, очень похож цвет и у Ле Круизет, и у Стауп, и у Эмиль Анри. Что-то хорошо между собой миксуется. Вот. Такая красивая посуда, повторюсь, у меня нет никакой зависимости. Ну и закончу я свой обзор на посуду этими баночками. Куда же без них? Сколько им лет? Мне кажется, им уже года, может быть, 4, если не больше. И все равно каждый раз, когда они мелькают в кадре, обязательно будет вопрос, что это за бренд. Девочки, бренд называется TNG. Я сейчас вам попробую показать. Вот так. Pride of Place коллекция называется. Там есть белый цвет, бежевый, серый, такой вот зеленый. Я в свое время приобретала по цвету подходящий к чайнику, к тостеру. Вот. И бежевая баночка для муки тоже этого бренда. Мне кажется, сейчас это сложновато найти. Возможно, что-то там продается. Но кто-то вот писал, помню, там на остатках как-то в разных цветах, в единичном экземпляре. Не знаю, хотите, поищите. Но стоит ли оно того, может быть, что-то сейчас можно найти похожее. Они сделаны, знаете, а-ля по таким металлические банки, но это керамика. Девочки, вот такая посуда у меня. Если будете спрашивать про золотые столовые приборы, это бренд Laridut, девочки, но снят с производства именно этот красивый оттенок. Вот, с ними все прекрасно, то есть они не портятся от посудомоечной машины. Ну, классно, им тоже года 3, наверное, уже этим столовым прибором. Но, к сожалению, вот их просто нет в продаже. То есть они почему-то сняты с производства, хотя очень удачная модель была. Сегодня буду свое видео заканчивать. Надеюсь, оно вам понравилось. Возможно, вы что-то интересное для себя приглядели. Вот. И если у вас какие-то были вопросы, что за посуда, откуда, я все рассказала и показала. Обязательно поддерживайте это видео пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. Всем пока-пока!